Националисты разгромили лагерь ромов в Гласиевском парке. Видео, как активисты с топорами и молотами устроили так называемый субботник, уже появилось в сети. Ранее один из сотрудников парка заявил, что ромы захватили часть территории. После этого радикалы пообещали зачистить лагерь, если те не покинут район в течение суток. На записи видно, как молодые люди крушат жилища. И все это в присутствии полицейских. Последние, в свою очередь, отчитываются. Ромы обратились к ним за помощью. Группа выехала на место и не допустила никаких конфликтов. Напомню, это уже не первая подобная история. За последний месяц зафиксированы 3 зачистки во Львове, Тернополе и Киеве. 1 июня ООН призвала украинские власти расследовать нападения на представителей нацменьшинств.